Праздник в честь прекрасной половины человечества. В Центре доверия накануне отмечали День святых жен мироносиц. Русская православная церковь чтит их память во второе воскресенье после Пасхи. Мироносицы – это женщины, которые из любви к Богу принимали его в своих домах и позже последовали за Иисусом Христом на Голгофу, к месту распятия. Можно сказать, что это православный женский день. Участие в празднике приняли воспитанники воскресных школ православных приходов города и района.